Я вчера поговорила еще с астрологом, и я, наверное, ребята, все-таки буду с мужиком. Я пока не знаю, как это произойдет, я вообще не загадываю на какие-то шаги вперед. Простите, что я так выгляжу, я после бассейна. Все эти женские разборки, все это не мое, я хочу к себе нормального отношения, заботы о себе, плеча, человека слова рядом. И мужика, чтобы он был больше, чтобы он был мудрее, старше. Я не знаю, как это произойдет. Ну, я серьезно, я знаю, что это сейчас смешно очень звучит. Но думаю, что это случится. Не знаю, когда, как, каким образом, но прорабатывать все свои моментики я точно буду. Поэтому я не ёбнулась, нет, я реально так считаю. Потом переезжаю за границу, выхожу замуж, рожаю детей, и все, мне будет супер.